Это Global! Читер Global с КД-03? Что за читеры пошли? Не дают нормально игрокам пожить! Как вы думаете, что он сделает? Конечно же, заплатит бомбу, ребят, в любом... Да, это новенький нож Flip Knife. Да, это Кента ПК. И да, это очередная серия Читер Патруля. Ребятулечки, всем привет, я Кентуха на проводе. И вы, пожалуйста, прямо сначала данное видео поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Ну ни хрена себе меня телепортировало. Ребята, сегодня будет очень крутое видео, вы просто офигеете. Буду подчинены. Поставьте лайк, подпишитесь, напишите любой смешной комментарий, а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну и куда же без нашей постоянной рубрики «Комментарии от подписчиков». Вы, ребята, пишете комментарии, я их читаю, и мы вместе смеемся надо мной. Ой, над комментариями. О, сейчас опять будут писать, мужик 30 лет, ведет себя как дебил на камере. И самый популярный комментарий был таким. Когда мама тебя позвала кушать, но ты тем временем занят очень важным делом. Давайте посмотрим, каким же важным делом ты занят. Ну а сейчас я просто ору, когда поставили двойку по матёше. Блин, пацаны. Твое лицо, когда твой друг тебя выигрывает 5-й раз подряд. Как он это делает, я не понимаю. Игра еще не началась, а он уже убил всю команду. Пацаны, если ваш друг читер, то пожалуйста, передайте ему от кента вот так вот, вот дословно. Слушай, дорогой друг, ты не мог бы, пожалуйста, не играть с щитами? Он такой, нет, не мог. А вы такие, смотри. Он такой, что? А вы ему с локтя! Это я, когда потянулся один раз. Ну а сейчас просто жиза. Когда включил порнуху при родителях? Убегаем. Ну а сейчас мы, ребятки, уже будем банить читеров. Пожалуйста, скажите мне, что это такое? Что? Что? Откуда? Как? Какого хрена он вот такой? Не, починай, но я просто в шоке. Включаем видео дальше. Это не скрин, это видео. Смотрим. Вы посмотрите на него! Братан, что с тобой? Братик, ты под чем? Ядрить, колодить, вот это он отжигает! Прикиньте, он сейчас танцевать начнет, я вообще тогда охренею! Пацаны, вот этой читеры дошли! Посмотрите на его нож! Нож Трэшер Хантер! Охренеть, не встать, вот эти читеры! Ну вот этого читера мы забаним надолго! Не, пацаны, я просто в шоке! Что это? Кто это? Мать моя женщина, роди меня заново. Ха-ха, пощены, Чупакабра в стендов 2. Так, ну что же, самое главное, чтобы у нас был его... А... Что? Посмотрите, смотрите, смотрите! Нифига себе, и чувак побежал! Но, пощены, у нас есть его ID. 551-34587. У парня первый уровень, видать, он недолго играл. Но уже не поиграет, он получает бан. Читер номер 2. Поехали! Ну что же, идет напряженная битва. И читер, как вы думаете, что он сделает? Конечно же, заплантит бомбу. Ребят, в любой непонятной ситуации плантите бомбу и сразу ее обезвреживай. Только у меня вопрос: как можно быть таким нобом? Если ты можешь заплантить бомбу и сразу ее расплантить, почему счет 5-4, а не 5-0? Почему? Объясните мне. Ох уж эти читеры. Но ничего, ребятки, этого кик. Флипа мы тоже забаним. Ой, его ID. О, у него донатерская медаль. Ой, парень донатер. Но ничего страшного. 237-450-81. Пока. Смотреть бесконечно можно на три вещи. Первое, когда горит огонь. Второе, когда считают деньги. И третье, когда читер распленчивает бомбу. Посмотрите на этого красавчика. Ох, получит-то бан. Вот, ребят, как вы думаете, ваше предположение, это новый аккаунт или старый? Ваше предположение, новый или старый? Я думаю, новый. Ну, скорее всего, новый, потому что ник такой FP6579. Ну, вы поняли, да? А ну-ка. Ни хрена себе! Это 38 уровень! И мы его забаним. Вот это пуля. Пацаны, я что-то не знаю, но этот чит прям очень популярный. Почему все плантят бомбу на респе спецназа? Посмотрите, ща. А ну-ка.
Ща, пацаны, ща. О, посмотрите, скинул чувак 4 бомбы. Нормально. Так, дальше что делает чувак? Дальше чувак убегает посрать. Ну, припекло, наверное. Ха-ха-ха. Так, ну что же, а вот его ID. И, конечно, он тоже отправится на банановые острова кушать бананы. Ну, а теперь вопрос к вам, к моим братишкам, к топовым подписчикам, не читакам. Как вы думаете, это читер или нет? Напишите снизу в комментариях, вот просто напишите ваше предположение. Но вот это видео скинул мне мой модератор. Говорит, Кентуха, что это такое? Помоги, что сделать? Пацаны, посмотрите. Не, я говорю не про нож бабочку. Ща. Ща все будет, посмотрите. Ну нифига себе. Чувак думает самый умный, да? Прострелом, да? ID 634-954-82. Вот мне просто единственное интересно, как они могут простреливать через стенки? Как вообще такое возможно? Там же стена, через нее нереально прострелить. Как? Я просто в шоке. Администрация, если есть возможность, забаньте этого чувака навсегда. Вы посмотрите, он еще помимо всего этого их гранаты кидает. Не, я просто в афиге. Что за читеры пошли? Не дают нормально игрокам пожить. Вы посмотрите, как эти ядерные бомбы взрываются. Охренеть не встать, вот говнюк. Ну ничего, мы, ребятки, с ним расправимся на раз. Как? Пацаны, как? Я в шоке. Как? Это Глобал. Читер Глобал с КД-03. И у него уже легенда. Как такое возможно? Пацаны, я просто в шоке. Как? Офигеть, пожалуйста. Администрация, пофиксите эту дыру. Как он получил себе легенду? Скажите мне хоть кто-то. У него онлайн в игре 9 часов в соревновательном режиме. Я просто в шоке, ребята. Это какие-то новые, очень жесткие читы. Я просто в шоке, нету слов. Ну что же, в принципе, ребятки, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Читер отправляйте мне в ВК. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а с вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока.